В ночь на 18 августа в порту Черноморска в Одесской области пограничники задержали гражданина Узбекистана, пытавшегося вывезти из Украины 4 тепловизора. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. В результате осмотра автомобиля гражданина Узбекистана пограничники одесского отряда обнаружили 4 тепловизионных прицела и элементы питания к приборам ночного видения, а также крепления к оружию. Оптико-электронные приборы и аксессуары к ним иностранец тщательно скрыл за обшивкой задних дверей авто, пишется в ведомстве. Иностранец намеревался теплоходом доставить их в Турцию. Общая сумма обнаруженных специальных средств достигает около 500 тысяч гривен и автомобиль стоимостью 90 тысяч гривен. До решения суда все имущество у иностранца изъято.